Соглашение подписано. Согласно договоренности, компания «Лукойл» в этом году должна начать геолого-разведочные работы на Таймыре, чтобы объективно оценить нефтяные запасы для добычи. Кроме этого, по условию заключенного соглашения, «Лукойл» выделит в течение 3 лет 350 миллионов рублей на развитие социальной сферы Таймырского района. В частности, будут построены интернат, спортзал и досуговый центр. Как отметил президент компании Вагит Алекперов, несмотря на падение мировых цен на нефть, сейчас самое время для вложения средств в крупные инвестиционные проекты. Я надеюсь, что этот период сегодня даст возможность компании для динамичного развития. Мы пошли в проект Таймыра, мы сегодня активно работаем над проектами на территории Ирана, Мексики, новые страны, которые открываются для нас новые возможности. Финансовый потенциал компании и та сбалансированная политика наша за последние годы позволяет нам уверенно смотреть на среднесрочный период времени, даже при сегодняшней цене. Как отметил губернатор края Виктор Толоконский, уже на подготовительном этапе будут созданы новые рабочие места и дан импульс для развития экономики Таймыра. Например, геолого-разведочную работу будут вести компании, расположенные в Хатанге, а перевозка грузов укрепит транспортную инфраструктуру Таймырского района. Решение компании «Лукойл» провести там разведку и подготовиться к промышленной добыче, это, безусловно, очень важно для будущего Таймыра и для укрепления всего экономического потенциала края, потому что добыча нефти – это всегда серьезная корреляция с доходами бюджета, это всегда развитие многих смежных отраслей. О возможных объемах добычи нефти в Лукойле пока не говорят, все станет понятно после проведенной разведки. Если же добыча нефти на Таймыре будет признана экономически обоснованной, то тогда соглашение о сотрудничестве с краем будет подписано уже на 10 лет. Андрей Стердым, Денис Тимошенко, «Новости».